В суде Металлургического района вынесли приговор заключенному, 29-летний Алексей Ульянов, который должен был через месяц освободиться из колонии, получил новый срок. Причем под статью попал, не выходя из камеры. Он устроил потасовку и табуреткой пытался побить двух конвоиров. Драка снималась на видео, и запись стала одной из главных улик в этом деле. Осужденный за незаконный оборот наркотиков еще в 2010 году Алексей Ульянов готовился выйти из колонии. Заканчивался срок наказания. То, что судьба снова привела его на скамью подсудимых, он, кажется, верит с трудом. Обвиняемый в драке с конвоирами и сам не понимает, как ввязался в конфликт. Извините меня, отойдите, пожалуйста. На каком основании вы меня избили? Отойдите. Поясните мне, вы меня основании избили. Рубят меня. Отойдите. Это вы меня трогаете. Отойдите. Вас просят нормально отойдите. На кадрах, которые были приобщены к материалам дела, видно, осужденный, которого хотели досмотреть, подходит к койке Алексея Ульянова. Дальше следует нецензурная брань, и арестант зачем-то лезет на кровать. Останавливая его, сотрудники ГУФСИН случайно задевают Алексея. Видимо, думая, что он тоже оказывает сопротивление, конвоиры пытаются скрутить уже двоих мужчин. Чего хочешь? Досмотри. Далее, по версии следствия, чего уже не зафиксировала камера, Ульянов якобы хотел взять табуретку и побить двух сотрудников ГУФСИН. Мы заявляли тех свидетелей, которые были допрошены в ходе рассмотрения расследования уголовного дела. Судом нам было отказано в связи с тем, что, как было пояснено, что мы обязаны их сами доставлять в судебное заседание, но поскольку они находятся в местах лишения свободы, отбывают наказание, то есть мы, естественно, предоставить их не можем, явку в суд. За подсудимого Ульянова вступились и правозащитники. Они были уверены, парня подставили. Я видела показания одного из сотрудников, который говорит, что меня били табуреткой там. Там 6 человек сотрудников на одного осужденного, его били табуреткой. Странно очень даже. Вот судя по тому, что на сегодня у нас из троих осужденных, которые были в этом камере, под судом находится только один, который должен вот-вот освободиться, 100%, что это расправа именно над этим Ульяновым. В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд приговорил Алексея Ульянова к 2 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. Таисия Ковина, Владимир Котегов, 31 канал.